спокоен. Привет, ребята! Это что такое? Что это такое? Антистресс? Попыты? Simple Dimple? Пупырка? Помните, у нас раньше была пупырка? Так там щелкаешь, вот это прикольно. Блин, ну не знаю, но это... Ну типа антистресс. Сейчас все полочки супермаркетов заполнены вот этими штуками. Причем они разные. Блин, я как посмотрел, ковры, блин. Какие-то там разные штучки, разные... Блин, слов нету. Разные формы, разных моментов. Там на портфель вешаются брелки. Вот просто в кармане идешь и щелкаешь, и успокаиваешься. Вот, прикольно же, правильно? Но, ну как-то слабо, не знаю, ну слабо, согласитесь. Но я считаю, ребят, что это не антистресс. Вот я сделал антистресс. Смотрите, теперь на мой попыт. Опа! Вот это попыт, ребята. Посмотрите на меня, на мое пузо и на мой попыт. Всем попытам попыт. Ну как вам? А? Антистресс. Вот антистресс. А теперь, ребята, смотрим, как он работает. Внимание. Вот антистресс. Ну как вам попыт мой? Вот, ставьте пальчик вверх. Вот это я понимаю, щелкает. Знаете, как пупырка. Чих-чих-чих-чих. И вот это щелкает. А вот это все. Это разве щелкает? Так что, ребята, кому понравился мой попыт, ставим пальцы вверх. Ну а это, конечно, кому интересно. У меня аж до сих пор в ухе звенит. Вот. Это, конечно, более удобно. Маленькая. Ну, с моим не сравнит. Так что, ребята, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх. Подписочка на канал, не забываем, конечно, мне очень приятно. Ну и, конечно, всем пока-пока, до новых встреч. Секунду. Пока.